И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Lost Island. И сегодня мы пойдем на макаку. На босс. Все. Конец сезона. Не факт, что это будет последняя серия. Как вариант, я сегодня просто на гамму схожу, потому что. Короче, вырастил Диносом последних. И вот с этим Рексом буквально там 2 секунды не успел, и привязанность 67%. Остальных сотка, один там уже вылазил, короче, из Мэвинга я успел его кликнуть, и там 4 секунды, ну, короче, секунд 5 еще было бы, я бы успел. Ну, блин, короче, вяленое мясо меня все-таки подвело. Вяленое мясо и обычный корм. Вот, долго их делал, и поэтому так получалось. Такая проблемка. Все остальные все нормально. Прокачал с помощью мода, потому что, ну а какая разница, я на локалке играю, какая разница. Быстрее прокачаем, как говорится, быстрее. Я бы мог еще вам пару серий записать о том, как я их рексов прокачиваю, либо пару недель не выпускать видосы, но как-то так решил, что так будет лучше. Я вообще сегодня записываю, сегодня 27 число, мне было до этого времени записать, так что либо сегодня вечером вышло видос, либо я на следующий день выпущу видос. Ну, я хочу вечером выпустить видос, чтобы уже... Вот как положено, в день-день, просто попозже. Что еще? Что еще? Ну, шмотки себе все сделал, вот приготовился. Всех ресурсов хватило на гамму, хватило. На бету мне не хватило. Там нужно базик... Васька найти, короче, Василиска. Там на альфа-гигу, короче, еще. На альфа вот этих нужно терезина, короче. Ну, в общем, тоже по мелочи, но на удивление всего хватило. Вот, артефакты вот все собрал. Я их сразу туда положу, как бы, и все уже, чтобы с ними не возиться. Шмотки сделал, у меня вообще все хитиновые шмотки, на удивление. Да, все хитиновые вот иду, потому что других вариантов нету. И что еще? В комментариях написал комментарий, я думаю, вы на экране это видите. Написал в комментариях, типа, аккаунт Lost Island. Так, сообщение. Я рад, что тебе понравились мои пещеры. Жаль, что из-за ограниченного времени я не смог сделать их больше длиннее. Ну, я думаю, ну, мало ли, чувак как бы с таким же ником. Захожу на канал, а там как бы нет. Там как бы реально карта. И она снята, видосы, еще до выхода. И тут как бы, да, как говорится, мое уважение. Мое почтение и уважение. Не, ну это я знаю, что такую фигню, что человек, который что-то создает, он потом ищет, как говорится, если наткнулся на какой-то контент, и он как бы смотрит это. Это я знаю такую фигню. Это прикольно. Как бы интересно все-таки узнать мнение людей о том, что делает. И да, пещеры здесь реально прикольные. И, кстати, вот он пишет, что ему нравится пещера Айсленда, и что-то в этом забытое нашлось. Так, кстати, седло. Кого седло? Кого седло? И вот это. Ой, металлический серп. Седла я не нашел. Я полазил по этим долбанным этим. Седла, короче, 25-го брони, и пошло все в жопу, короче. Ну прям. Краснодропов мало нашлось, и времени было не сильно много, чтобы искать. Но пару часов я на это потратил, на поиски. Так что такая вот там, скажем так, жопа. Ладно, погнали сейчас на это. Я решил, сначала я хотел пойти на слабеньком Рексе, ну думаю, ты что, слабенький, но он все еще жузги и сильный, мощный. Посмотрите на его характеристики, то есть как бы вот характеристики у всех, и вот характеристики у этого слабенького. Кстати, давайте покажу урон у этого слабенького. Да, он помедленнее, но... при моих настройках даже этот слабенький чувак довольно-таки некисло дамажит. Но! Погоди. А мне нравится, как он бегает. Он быстрее, чем обычные рексы. Так, некисло быстрее. Ну-ка. Ну... Ой, я ей подлагала.
Но это реально он такой более бешеный. Слушай, а вот та скорость мне больше нравится. Черт, бери. Одно плохо, характеристики становятся хуже при недоразвитости, недопривязанности. Блин. А скорость, короче. Да, ну ладно. Ладно, погнали, короче. Куда мы идем? Мы идем к зеленому обелиску. Или а к какому обелиску-то иду? Там красный, там синий, зеленый вон там. Там красный. Ну красный такой себе, там лавы много и так далее. А, погнали к синему. Почти угадал. Погнали к синему. Так, переправил всех рексов сюда. И вот, как видите, артефакты все сходятся. Единственное, что артефакт охотникам нужен на всех. На гамму у меня уже есть. И это все хорошо. Взял одноруч, взял винтовыч, взял дробаш. А больше я не знаю, что мне нужно. Если уж на то пошло. Буду на Фенрире тусить. Так, с этой у меня четвертая команда. Зовем их всех на ближний бой. Так, подожди, это четвертая команда. Но, четвертая команда. А, это я пассивку нажал. Атакует ваша цель. Отлично, хорошо, что проверил. Все, все на атакуют вашу цель. Потому что это четверка у меня только вот. То есть это вся группа, это четверка. Это у меня вторая группа. Фенрир у меня вторая. Третья у меня Синемакропс. И все. Все. Все, все, все. А, первую группу у меня это рексы были. Первым, все. Точно. Первые рексы вроде бы они у меня были. Так, главное не переключиться. Я без понятия, что там. Я не смотрел видос, я только знаю, что там будет какая-то фигня. В том плане, что там что-то будет жесткое, там будут эти, соответственно, кстати, кровотечение будут накидывать этим. Ну, так как они на стае, если я не ошибаюсь, то они накидывают кровотечение, по идее. Так, вот все они влезут, не влезут, я без понятия. Так, давай вот попробуем вот так вот немножечко тусануть, расставиться. Я просто без понятия, какой здесь радиус этого круга. Так. Ну вот, короче, как-то так. Фу, гнали. Запускай шарманку. Ну, отлично. Какой радиус? Ага, отлично. Все влазят. Все влазят. Здорово. О, секунду. Так, давай вот это выключим музыку. Давай попробуем запустить музыку с игры. Вот, примерно так. А посмотрим. Будет запускаться музыка, не будет? Какая здесь вообще будет музыка играть? Вот я что-то об этом обычно туплю, но давай посмотрим, как она будет. Не, ну по идее должны всех... Возможно, Фенрир не призовется. Но для этого у меня вот Рекс 9, я на нем пойду. Всех мочить пойдем. Если Фенрир не призовется. Проверим. Так, Фенрирчик призвался, отлично. Ой, как тут ярко. Гамма. Давай уменьшим гамму. Музыки, кстати, вообще не слышу с игры. Мне вот эта вот фигня напомнила этот... Ой-ой-ой, этот. Гиннес первый. Ну я ж там в океане выживал, как бы. Ой, блин. Ладно. Так, братва. Я без понятия, где он, если что? Наверное, он где-нибудь там в пещерке, возможно. Так. Давай немножечко осмотримся. Ага. Я сразу же уперся в какую-то стену, и свалиться сюда нельзя. Вот за это мое уважение, реально. У меня, честно, вот прям до сих пор расстраивает, как я на этом свалился, и мои два рекса просто на горилле упали в никуда. Ну, то есть просто с моста на Айсленде.
Я до сих пор об этом говорю. Без шуток. Мне прям обидно. Так, ну что, погнали. Блин, надо было дальность. У них, наверное, все-таки не среднюю поставить, а побольше. Ладно. А где? Вот, наверное, там. Ну, давай, я хочу сюда пройтись. Блин, как красиво. Эй, братан, куда? Ты давай вот без этого, да? Не агри босса заранее. Есть фунтан вообще, я без понятия же. Так, ладно. О, кстати, снимокрупса тут. Клёво. О, это уперся я в это. Я в край уперся. Ну блин, а вот то, что музыки нету, меня это расстраивает. Я честно рассчитывал, что будет музыка на боссе. Ну все-таки босс, музыка, все дела. Вот это вот все. Мне это не нравится. Ладно, погнали в пещеру. Мочить обезьян. Так, стоять. Все за мной. Так, она... Отлично. О, я у вас между ног могу пройти. Классно. Так, погоди-ка, погоди-ка. Блин, у меня эта гамма слишком яркая. Это я, причем на заниженной гамме. А, кстати, я ж могу ее просто так уменьшить на столько. Гамма. И на 5. Во! Вот так вот и покруче. Ну, слишком, слишком яркая. Так, погоди-ка. Хотя нет, давай. Вот вы, короче, туда. Угу. Вон он сидит. Так, не. Давайте, короче, вот это вот. В жопу. Музыку. Включу свою. Пускай будет это. По крайней мере, будет получше. Погнали. Так, где мои все чуваки? Ну-ка, давай сюда. Что мы здесь имеем? Мы имеем огромную площадку. Мы имеем очень огромную площадку. Мы имеем гигантскую площадку, я бы даже так сказал. Это, конечно, здорово. Все понять не могу, на чем он там вообще сидит, лежит и так далее. Но бог с ним, давай сначала посмотрим, что у нас здесь. Время не ограничено. Поэтому давай посмотрим на аренку. Здесь закуток, в котором могут просто зажать, это проблема. Сюда лучше не пытаться подходить. Окей. Везде яйца свои раскидывают. Ужас. Так. Давай сюда. Я понять не могу, он там что, на чем-то лежит, что ли, или что? Или просто сидит. Так, ну в любом случае, пока что никого нету. Вызывать он пока что никого не собирается. И, точнее, только и будет, что вызывать. Окей, погнали. Пугнули. Блин, какая же кайфовая постройка все-таки, а? Так, шестой. Стоять. Ну погоди, он просто так не агрится. Это хорошо. Ага, во, проснулся. Отлично. Опа-на. Братва, 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 давай свой сюда. Ой, он там что-то какие-то фигни кидает. А, так это макаки кидают всякой фигни. Ё-моё. Да, с моим, короче, с этим, ну, такое себе ходить на боссов, я так скажу. Ой-ой-ёшечки. Так, братва, разойдись.
Я застрял вас тут чутка. Да уж, с моим сетом на боссов ходить такое себе. Все сюда, говорю. Все сюда. Алло, Тюпик, ты что там затупил-то? Сюда иди. Вот, не тупим, не тупим, все кучкуемся. Сходил, называется, на гамму. Да. Походу я сейчас... О, Кропик! Кропик, братан. Опа, назад. Так, смотрим, что мне не хватает. Притащил сюда абсолютно все свои ресурсы. Смотрим, чего мне не хватает. Коготь резинки. Так, пару спина. Гига. То есть Утиса. Вася. Да и, пожалуй, все. А сюда я гонял. Сейчас, короче, все себе ресурсы выдам. И уже в этой серии закончим этот сезон. А чё растягивать? Не, если честно, то выдавать себе ресурсы такое ощущение, что тяжелее, чем просто найти это. Их немного было. В плане выдачи. Ну, как видите, вообще прям буквально чуть-чуть. Но мне порой легче найти динусов, чем вот это все выдавать, вот это вот копировать, вставлять, вот это... Это прям реально отвратительно. Но у меня есть все, что нужно. А теперь, соответственно, я могу вызвать... Да, темно, срань просто. Но там будет светлее, поэтому идем туда. Кстати, очень прикольная локация в арена боссов в том плане, что ты... попадаешь в то место, где можно регрупнуться, и не просто регрупнуться, до босса еще нужно идти. Это огромная площадка, это очень здорово. Это не так, что ты появился, и вот как на драконе, да, на обычном, появился, и опытный тебя уже сразу почти дракон нападает, да? Или бруда, вот бруда, кстати, вот, параматерь, да, она вообще прям сразу, сразу нападает на тебя. Ты такой, да ну нафиг, я даже пухнуть-то не успел еще, куда, блин, нападаешь на меня? Вот как бы мое личное мнение. Вот это, да, с одной стороны, кто-то скажет, ой, да ну нафиг, то типа далеко идти, и все в таком духе. Я скажу, да нет, зато я вот могу регрупнуться и сделать все, что мне нужно. Хотя я бы, знаешь, я бы на гамму сходил просто на фенрирчик своем. Просто бы сходил бы на гамму на фенрирчике. А давай сходим потом на гамму на фенрирчике. Для чего? На что бы было? Да, потому что я так хочу. Так. Все здесь? Никто не заблудился? Так, идем туда. А я пока проверю на всякий случай. Вот прям на всякий случай. Вот он. Вот он этот всякий случай. Давай, 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 давай. Не отстаем. Не отстаем. Вашу ж мать. Любитель застрять в пещерах. Так, ладно. Седьмой. И второй. Так, седьмой. Отлично. Второй. Сюда. Я вот с этим, как это, как с маленькими детьми, ей-богу. Ты вот это вот пытаешься что-то это... это ужасно. Это ужасно. Они везде застревают. Ты, короче, как это, как няня, короче, прям пытаешься что-то, пытаться что-то сделать. Это ужас. Это ужас. Давай сейчас по-быстрому пройдем. Так, горе, четвертый. Давай, все сюда, а я вот его, короче. Слышь, жирный, иди сюда. Опа, нифига, он хиляет сразу такой. А, дурак, что ли? Ох ты, нифига себе, какой ужас по урону пошел. Ты слышь? Алло, дебилы. Я что, вас на пассивку, что ли, всех поставил? Ёпарасоте. Давайте-ка вот без этого. Бета повершен. Ну блин, ну камон, да, с моим настройками это вообще, это как минимум тупо, вот это пытаться боссов убивать с моими настройками. Ну как с моими настройками? С моими еще выведенными динасами и так далее. Да, они, ну кстати, не кисло так урон-то внес. Надо будет их сейчас всех похилять.
Обязательно похилять нужно будет. Ну, кстати, ничего не дают, кроме вот этого. Ну, окей. Да, ревизию чуваков надо провести. А то вава у них конкретная. А, это насрать, это вообще где-то тусил непонятно где. А вот это... Ну, кто-то там у меня грёбся конкретно. Какой там я 7-го вызывал до этого, да? Это тоже где-то тусил. Ну-ка, 5-й. Да стоять. 5 тоже опизделился. Ну и чё? Ну и сразу сейчас вызовем Альфу. А там я все равно хочу сгореть на бетку. Давай, падай. Красава. Так, надо только проверить. Они здесь любят за территорию немножечко падать. Ой, темно-то как, ужас. Ну, гамма 1.5. Она даже не дефолтная. Чё? Зуб мегалодона. О, ужас, вот это неожиданность. Кошмар. Это как так? Я просто столько зубов выкинул. Они мне нафиг не нужны были. Это даже смешно. Именно поэтому была у меня такая реакция. Типа, чё, какого фига? Так. Ревизию-то надо продолжить дальше. Так, с этого у меня 9-й. На каком бы там закончил? Я на 5-м закончил, да? Ну, 2-й тоже похиляться чутка. 8-й уже был похиленный. Это 6-й. Это 5-й. Вылази. Мать твою. О, подожди. Can't fly here? Оу. Неожиданно. Так, ревизия продолжается. Да, кто тут может сказать? О, вот кто огребся, братан. Сеструля. Хиляться нужно. Кто-то скажет, вот, типа, вот это вот и все. Да, пошли в жопу, я играю на локалке. Чё хочу, то и творю. Я вообще в арк играю как в одиночную игру. Так, Фенрир. Погнали. О, это Фенрир-то тоже огребся? Ну нифига себе. И конкретно так огребся. Так. Сбор. Давай. Не тормозяхаем. Так, там уже один тормозяхает. Отлично. Ой, куда я побежал? Куда я побежал? Мне вообще туда надо. Ой, вы. Кстати, я тут задумался, а где я нахожусь конкретно на карте? И... Хобана! Прикольно. Но мне больше интересна высота. А, допустим, да бог с ним, давай Мэвин какой-нибудь. Какой-нибудь, кто-нибудь, кто у нас тут вообще в этих районах тусуется. Вот, допустим, ты. О, я под землей. Хе-хей. Прикольно. Это что там такое наверху? А, просто точка. Но я под землей нахожусь. Мне просто было это реально интересно. Так. Вы все у меня. На чем? На такую вашу цель, да? 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 Да ёб твою ж за ногу, да хоть до кого-нибудь-то наведись уже. О, на такую, да, такую вашу цель, отлично. Фенрирон. Так, не, вот сюда. Так, у меня спитык, вот это вот убрать. Так, во, отлично. А ты чё, особо дарённый? Вот. Ишь ты, блин. Не хочет он. Так, теперь за мной. Да ёп. А, вот почему у меня
У меня на F9 тоже включает, отключает вот эту всю фигню. Так. Так, вы что, за мной, что ли? А, вы за мной. Отлично. Отлично. Встаем на месте. Да ёпрасоте. Да хорош, жирный. Как поезд пассажирный. Так. Последнее желание. На тебе, скотина. Сразу же хиляется. Хобана. Нифига себе урон тут вносит, а. Ты посмотри, вот это. Нет, тут мы можем потерять кого-нибудь. Даже с моими настройками. Не шутя. Есть прям огромный шанс. Не, нифига он жесткий. Я честно даже не могу представить, что нужно, чтобы его побеждать. Вот теперь без шуток. Я даже представить не могу. С таким огроменным уроном он разносит все в хлам. Честно, я даже не захочу вот без шуток. В соло бесполезно, даже не пытайтесь пройти. Тем более на каком-нибудь сервере. Вот прям без шуток. Это слишком жестко. Это прям слишком очень жестко, я бы так сказал. Хорош там застребать. Огреблись наши чуваки по полной. Хотел гаммов успеть включить, не включил. Блин, мне теперь даже как-то очково на Фенрирчик идти просто на него. Вот прям без шуток. Я понимаю, что гамма там все дела, легкие, но, блин, мне теперь очково. Ёпрасете. Застреватель в воздухе. Ладно, погнали до базы. Все-таки сгоняю, наверное, на гамму. Кстати, костюмчик-то вот такой дали. Ну, конечно, если честно, это как минимум лично для меня. Вот. Надевается он на доспех. Ну, трофейчики, понятное дело, это трофейчики. Чуть угадал. Так, ну-ка. Тары. Да, вот такие вот трофейчики. Ну-ка, нига. Ну, что-то в них есть. Такое, по крайней мере, вот у них явно вот такой вот градиент цвета. Это очень прикольно. Однозначно. Ладно, взял артефакты, которые у меня есть. Точнее, которые у меня остались. Я же их не все брал. И погнали, все-таки сгоняем на гамму. Попробуем на Фенрирчике что-то сделать. Надеюсь. Кстати, хотите тупость? Я сейчас принес вот этот артефакт. А его артефакта мудрости я нигде не вижу. Артефакт мудрости нафиг здесь не нужен. Вы видите артефакт мудрости? А его нет. Зато у нас есть артефакт охотника в 3 штуках. Хотел, блин, ой. Вот это тупость. Ну, что поделаешь. Ладно. Кстати, ресурсов-то почти все есть. Так. Ну, что я могу сказать. Все сделано. Погнали. Чисто на Фенрир. Посмотрим, что вообще будет. Вот без шуток, я просто хочу проверить, на что, можно так сказать, способен Фенрирчик. Кстати, да, еще Синмакропс будет мочить. Кстати, надо его проверить вообще по здоровичку. По идее, его по нему не должны дамажить. По идее, по нему не должны дамажить.
Это законченное предложение. Вот, просто нужно на всякий случай проверить, чтобы не было казусов. Нет. Цел. А, я ж мог тебя и не снимать себя. Ну окей, ладно. Гамма, полтора. Отлично. Фенрирчик имеет броню десятка, при взвывании он делает броню 80. Посмотрим, как нам это поможет. Чисто вот в соляно, больше никого, ну, не считая винтовки и дробаша. Окей, эта штука хорошая, эта штука поможет. Вот, да, везде раскиданы яйца рексов, ну а что поделаешь, они у меня плодовитые. На. Будем так считать. Жирный! Давай, иди сюда. Хопа! Пошел ты! Ах ты, козел, какашками кидаешься, да? Воу! Нифига себе! Ну-ка, давай-ка! Пошли все вон! Какашками кидается! Кропик! Давай, мочи! Вот, по 200, видите, по 233. Это кропик долбит. Но в соляного очень жестко. Да, надо сразу бабуинов этих всех мочить. Без вариантов. Ох ты, опа-на! Слышь! Отпрыгнул, козел. Ты че там? На тебе, в бочину. Так, давай-ка отойдем. Для чего? Невыносливость нужно восстановить. Пошли вон, ублюдки мелкие. Ах ты, они жирные-то какие, ты посмотри-ка на них. Так, выносливость восстановил немножечко. Уже лучше. What the fuck? Да вы чё там? Это? Обупели что ли? Так, тихо. Пошёл в жопу. Да пошёл ты, собака сраная, а! Ты разряжаешься полдня. Ах ты, скотина! Кстати, я еще ж весь в хитиновой броне, как вариант, по мне еще и это дополнительный урон наносит, да? Наверное, не факт. Так. Ага. Фенрирчик-то это того. Здоровечка. Ладно, вырубаем броню. Пошел ты, урод! Весь экран в какашках! Но кровотечение это жестко. Еее! Воу-воу-воу-воу-воу! Отлично. Ах, уроды, у вас гранаты какашечные, они прилипают. Да ладно. Да ты, козел, мог перезарядиться до этого? Бляха, я что, по Фенрирю, что ли, мочканул? Так, вот это вот надо снять. Ах ты, скотина! Эй-эй-эй-эй-эй! Я, конечно, поддерживаю твое рвение навалять ему, но давай-ка лучше это. Не будем. Это, того. И этого. Так, выносливость восстановилась. Заряжай. Ах ты, козел, опять своими какашками тут накидал мне в лицо.
Да я тебе сейчас эти какашки. Ты понял? What the fuck? А, там, наверное, эти сверху же этим накидывают шипы. Так вариант. Но не, это не точно. Я их видел вон там-то. Да нифига, мне голову сломали. Ё-моё, а не кислый так урон проходит. Так, еда. И вода. Но половина здоровья снесено к чертям собачьим. Давай, короче, с тобой заканчивать уже, а? Но он в основном не проносит по кровотечению. Так. Братан. Фенрирчик. Чувак. Да пошли вы в жопу, мелкий урод, да? Так. Стоять! Без самодеятельности. Козлы. Ёпта, вы ж за ногу, а? Слышь, жирный, ты где там? Так, отлично. Какашками своими кидаетесь, да, козлы? Да ёб твою ж за ногу, а? Так. Опа. Чё-то по здоровью? 12 тысяч? Отлично. Я должен тебя замочить без хилок. Давай. Чуть-чуть осталось. Пошел ты, урод. Мать твою за ногу. Да ёб твою ж за ногу. Так, спокуха. Ну? Отлично, наконец-то, господи, твою мать, скинул с седла, от ж урод. О, нет, вот себя-то я уж точно буду хилять. Так, погоди. А ты кем похилялся? Мысли, ты что, похилялся того, что ты сожрал? И самое что отвратительное. Ну тут чуть-чуть оставалось. Он просто спрыгивает и сбивает меня с седла. Оставалось 800 кп. А кем ты похилялся? Ты что, пока стоял АФХ? Похилялся? И либо труп сожрал, поэтому ты похилялся. Охренеть. А ты что, так умеешь? Потому что я-то себя только похилял. Я залез в инвентарь. Вот оно что. То есть, когда залазишь к нему в инвентарь, ты хиляешь его. То есть, я не себя похилял, а его похилял. Ну ладно. Все равно бы замочил. Самое что тупое, у меня были вот эти все разряженные. Все были разряженные. Если бы они были бы заряжены, я просто бы один раз мочканул бы и все. Паника. Паника была, паника просто была конкретно. Я просто не знал, что делать. Если сейчас Фенрир помрет, что делать, куда, что. А то, что у меня там еще 10 тысяч хп, я об этом не думаю. Я видел, полосочка маленькая, все, маленькая полосочка, паника. О, вот эта паника, конечно, это прям вообще конкретно так вот это вот, чтобы лишнее случайно не нажать. Паника, это, конечно, была жесткая. О, вот это я прям, фу, пересрался чутка, прям, вот, прям без шуток. Я, вот, сам сдохнуть, насрать, а то, что Фенрирчик помрет, Синмакропс еще у меня на спине, не дай бог, он его как-то собьет. Это прям, вот это для меня было бы вообще жестко. Но, это было клево. Было жестко и клево. Ну и что я могу сказать, на этом сезон уже заканчивается. В следующие сезоны вот эти чуваки со мной пойдут, Фенрир и Кропик.
Обязательно они пойдут со мной, потому что это прям без вариантов. Ну, кто-то скажет, типа, о, вот это вот все. Самое что смешное, на локалках я могу предметы получить только с обелисков. Следующий будет кристалка. А на кристалке есть огромный шанс, что у меня быстрее кристальная виверна появится, чем я залутаю с луча кропика и фенрира. Что самое смешное, а фенрирчик нужен будет по большей части для путешествия по пещерам, если они там есть, я не помню. Вот, и вот это вот и все. Я мимолетом цеплял эту карту с какими-то там искажениями пространства и все в таком духе. Короче, что-то какая-то хрень, я помню, но все фигня. Это уже будет потом. Что касаемо карты. Карта мне понравилась однозначно. Она однозначно в топе лучших, это прям 100%. Прям все сделано с душой, и от души это прям здорово. Карта сама сделана красиво. Да, вот, конечно, проблема с дропами, но проблема с дропами это везде. В том плане, что аирдропы падают и проваливаются. Вот, карта сделана, конечно, с душой от души. Это вот прям в духе старой школы, прям 100%. Вот остров, центр, вот это вот, а все прям в духе старой школы, прям, ух, красота. Пещеры, это однозначно, вот прям кайфану, да, они большие, в них можно заблудиться, но когда ты проходишь, ты вот доходишь до конца, ты понимаешь, что, блин, а было-то недалеко. Вот, есть пещеры, на которые прям конкретно задумываешься, но в основном все здорово. Карта однозначно красиво, вот это вот замок мне очень понравился. Да, я мало посетил каких-то мест и так далее. Но, знаешь, просто уже устаешь играть в одно и то же каждый раз. В каком плане? Арк каждой карты это одно и то же, без шуток. Это одна и та же игра, просто в новой оболочке. И ты вот эту обертку осматривать, ну, блин... Ты жуешь каждый раз одну и ту же конфетку, вот скажем так. Поэтому устаешь, конечно же, устаешь от одного и того же, от однообразия, но все-таки игра себя, точнее, заставляет удивляться, улыбаться, и что-то искать, находить новое и так далее, то есть без шутейк. Реально здесь много чего нового узнаешь, много чего нового находишь. Кропик это прям вообще must-have, прям однозначно здоровский. Фенрирчик тоже на фьордах прям кайфанул. Конечно, фенрира получаешь в конце, и ты не успеваешь кайфануть, а вот кропика получаешь, можно так сказать, чуть не в самом начале, и с ним ты конкретно кайфуешь, особенно прокачав его на урон, бегать по пещерам, вот он где у всех насекомых с уроном 5x, это, конечно, да, это однозначно классно. Босс кайфовый. Я, конечно, его не ощутил полностью, в том плане, что я увидел амаргазавров, тусующих наверху, и как вариант, где-то куда-то встанешь, и они начнут шипами еще мочить, это да, это прям однозначно, это супер, но гамма дал прикурить конкретно, бета прям будет жестко, альфа только топовые броники, топовые рексы, прокачанные, все дела, вот это вот и все, не в соло, в соло будет очень тяжело его замочить, хотя бы двое, лучше трое и больше, то есть как минимум 2+, это обязательно. Вот альфа замочить тогда можно. Это я говорю про сервер. На локалке, на локалке, как видите, можно замочить. На сервере единственное, что вот таким составом, но с хорошими брониками можно замочить гамму, я думаю, без проблем. В соло. Возможно, бету. На альфа нет, альфа прям жесткий, прям вообще хороший седло, это точно без вариантов. Ну, это опять-таки же мое мнение, я не играл на серверах, но мое мнение вот такое, это очень жесткий босс. Вот прям без шутеек, это очень сильный жесткий босс, прям вообще. Классно. И арена прям красиво сделана. Единственное, что на локации проблема с освещением. Вот, видели гамму, я на боссе сделал освещение, ставил... в гамму уменьшал, чтобы это в целом на локации, то есть вот включаем гамму дефолтную, вот она уже какая засветка и так далее, я уменьшаю гамму до 1.8, вот я уже могу немножко вдаль смотреть лучше.
это проблема. Это проблема с гаммой. Тут как бы это не только здесь, если бы что. Это много, это половина игры арка, это половина игры арка, это одни проблемы. Начнем с этого. Вот. Половина арка, это одни проблемы. Вот. Ну что, могу сказать. Все было здорово. Сезон был прикольный. Единственное, что я, возможно, недельку отдохну. В том плане, что прям я устал форсить, потому что вот эту вот серию я записываю просто именно вот я, вот 27 марта, я должен был серию уже выпустить еще 50 минут назад. Но я ее сейчас снимаю. А вот скажем так. А, начал я ее снимать. Бляха, я 2 часа снимаю серию. Классно. Ну, в общем, такие вот дела. Диносов я уже перемещу сам, все сделал. Пишите свое мнение по сезону в целом, идеи, мысли, что-то где-то как-то, вот это вот все пишите в комментариях, буду читать, я читаю всех, дебилы в баню, ну это уже отдельная история, нам дебилы ж не нужны? Не нужны, естественно. Ну а я уже с вами на этом, пожалуй, буду прощаться, как говорится, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и конечно делиться моим видео с своими друзьями, это все, всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.